Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая. Так, всем внимание! Приступаем к плановой проверке обеда. Петруха, готов? Ща, минуту! Все, готов! Тогда давай по списку. Показатели расхода. Порядок. Давление синтез газа. Отлично. Состояние катализатора. Нормалек. Выход метанола на сепараторе. Норма. Обороты компрессора. Нормально. Температура в теплообменнике. В норме. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Ща, минуту. Готов! Ну давай здесь пройдемся. Выход метанола на сепараторе. Отлично! Давление синтез газа. Норма! Показатели расхода. Нормально! Состояние катализатора. В норме! Обороты компрессора. Порядок! Температура в теплообменнике. Нормально! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Начинаем! Состояние катализатора в норме! Давление синтез газа отлично! Обороты компрессора норма! Не понял. Показатели расхода нормально! Выход метанола на сепараторе порядок! Температура в теплообменнике нормально! Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Ща, минуту.
Труп! Все сюда! Спокойно, товарищи! Вот же! Сейчас, сейчас! Никуда не денется, найдем! Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. Thank you.
бумага, и тут написано, что должно быть 7 бочек смазки разных марок, и 11 ящиков электродов, и кипежа. Раз написано, значит, так есть. Есть и есть, и пересчитать нужно. Ты давай к ящикам, а я больше пересчитаю. Как скажешь, только мотор не брони, а то тут и обсчитаться не должно. Точно. Начальство далеко. Еще бы закурить. Не видно нифига. Нельзя, что ли, освещение нормальное сделать? Что? Вот так сдохнешь. А? Твою мать! У нас гость! У нас потеряли! Вообще выдумал, хвосты эти.
Вроде не похоже было. Ах ты ж! Где же он? Вот шип.
Долго нам тут еще стоять? Да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ты паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермоворота заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет, как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может, и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганзе по-тихому продают, сволочи. Ладно, замяли. И про что там тебе показалось, лучше молчи. А то, если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Здорово, мужики! Мы тут на пересменке постоим? Да постойте нам-то что? Перекурим? А что, можно. Только я свои. Ну, как знаешь. Jump!
оно лежат. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его.